Привет, мои хорошие, с вами Татьяна. Скоро 14 февраля, 8 марта, и, возможно, вы ищете недорогие подарки. Вот, смотрите, я очень люблю этот магазин English Home. Здесь я покупала классные полотенца из бамбука, из хлопка, постельное белье. Мне очень нравится их ассортимент, и давайте же посмотрим, какой сегодня у них ассортимент. Здесь очень милое оформление, много постельного белья, разная посуда. Вот эта стеклянная чаша, 200 гривен 6 евро. Вот какие вазы продаются, корзинки, статуэточки 250 гривен, где-то 7-8 евро. Вот такие стаканы интересные, много подушек и халаты. Халат, например, стоит здесь 1700 гривен, это где-то 66-67 евро. Такие вот милые наборы. Не знаю, какой у вас бюджет на этот праздник, но здесь можно найти разнообразные товары, чуть дешевле, чуть дороже. Вот такие розеточки для постельного белья придумали, однотонные, цветочек. Смотрите, какие приятные цвета, морская волна. Вот можно сочетать с таким постельным бельем или вот такое милашное. Просто на резинке, например, стоит 300 гривен, чуть больше 10 евро. Пушистые наволочки 150 гривен, где-то 4-5 евро. Вот такая подушка 200 гривен, 6 евро. Пододеяльники, две наволочки, стоят 800 гривен. Вот такая расцветка. Четыреста гривен простынь, такая, и вот такая постельная 800 гривен, 26 евро. И это постельная тоже 800 гривен. И еще вот такие наборчики. Наволочка отдельно. Одна наволочка стоит 200 гривен. Наволочка 50 на 70 размер. В общем, разнообразное белье. Однотонное, цветное, с принтами. И вот это симпатично смотрится. 800 гривен. 1100 гривен. Полуторка. Здесь уже есть простынь, 36 евро. И такое разнообразие еще простыней. Такое нежное с цветочным принтом. И вот такие наборчики. Полуторный набор, пододеяльник, наволочка и простынь, 600 гривен, 20 евро. Вот такие еще виды наволочек. Покрывало 2000 гривен, 2500 гривен. И огромное количество полотенец. Здесь есть полотенца из бамбука, из хлопка. Вот эти полотенечки, например, 150 гривен стоят. Полотенца 50 на 80, 150 гривен. И вот такие различные цвета. Беленькие. С кружевами. Вот это уже полотенце побольше. Очень мягкие вот эти из бамбука. И вот смотрите, какие цены. 50 на 90, 99 гривен, 70 на 140, 300 гривен, 100 на 150, 400 гривен.
И опять же, очень приятная гамма. Если вы хотите сделать что-то приятное близкому человеку, конечно, не всем такой подарок подойдет. Но как вариант я вам показываю, какие есть тут милые вещички. Вот такие милые наборы для ванны по 200 гривен. Вот этот конкретно стоит 200 гривен. Вот такой 250 гривен. 7-8 евро. Разные ароматы, гели для запаха в ванной, в квартире. И вот такая милота. Такие тарелочки 130 гривен. 500 гривен кастрюли с прозрачной крышкой. Такие сиренево-серый, очень приятный, красивый цвет. А это 400 гривен, поменьше. И вот такая лепусенькая. Вот такие халаты стоят 500 гривен. 16 евро. Карманом. Вот. И цвета. 600 гривен, 20 евро. Для сна. Очень приятные наборчики. 500 гривен. Вот такая сковородка с крышкой. 90 гривен. Такие стеклянные. 130 гривен побольше. Стаканчики разнообразные. И вот смотрите, какая яркая посуда. 70 гривен. Вот такая. 59, ну 60 гривен. 2 евро. Вот эти. Ну 200 гривен, я уже говорила. На ножке. И вот еще какая красота. 250 гривен. Вот это. Можно использовать как мороженицу. И вот такие фужеры и стаканы. 150 гривен. Такой градиент интересный. Эти 150 гривен, а эти 170 гривен. Красивые стаканы. И вот эта посуда тоже расписная, прикольная. Триста гривен для запекания. И вот, друзья мои, такая милота продается в этом магазине. Так что один из вариантов для своих близких на подарок, возможно, будут эти товары. 170 гривен подушка, силиконовый наполнитель. На матрасники 400 гривен. Мне нравится в таких магазинах просто походить, почерпнуть какие-то идеи для интерьера, спальни, ванной комнаты. Надеюсь, вам понравилось здесь ходить со мной. Вот такой декор этого магазина. Такой обувь стоит 1600 гривен. Вот эти пледы. Хороший подарок для близких. Косметика, конечно, если вы точно знаете предпочтения ваших близких. Конечно же, классная одежда, качественная.
красивые, качественные сумки, независимо от бренда. Конечно, лучше из натурального состава сумочки. Они выглядят лучше и носятся хорошо. Благо, выбор огромный на любой кошелек, на любой достаток. Так что, друзья мои, посмотрите, какая прелесть. Классная такая сумочка. Это на минутку зашла в Армани. И такой свитер стоит 7300 гривен. Жакеты, курточки, прикольные футболочки тут. 3600 гривен, 120 евро эта футболка. Его босс такой прикольный кожаный костюм серого цвета, очень красивый. Ух, какой он классный. Трикотаж Маш. Вот такие продаются свитерочки. Смотрите, какая группа. Платья, юбки. Цветочный принт не уходит от нас. Вот такое голубое платье. Классический синий цвет этого года. Вот он представлен тоже в этом магазине. Вот такое платье с неровным краем на скидочке. 10 тысяч гривен. Шерсть, кашемир. Тоже классный подарок для ваших близких. И если он качественный, вдвойне приятно. Кто не смотрел мое видео из Benetton, посмотрите. Я показывала и новую, и старую коллекцию. Очень приятные, позитивные цвета присутствуют в одежде Benetton. В Leroy яркие курточки. И всякие приятные мелочи тоже продаются здесь. Вот еще коричневые куртки, более спокойные. Это она присутствует. И мы, когда на работе что-то дарим, приятные мелочи, заходим в этот магазин и в Роше. Здесь очень, скажем так, приятная, не очень дорогая косметика, в то же время качественная. Хорошо пахнет. Так что тоже смотрите. Вот гель. Стоит 185 гривен. 135 гривен стоит бальзам. По 100 гривен крем для рук. Опять же, приятно. Коллегу, например, можно поздравить таким приятным подарочком. Молочко для тела 155, чуть побольше 270 гривен. Опять же, классные продукты. Молочко мне очень нравится. Легкая текстура такая. Такой набор 480 гривен. Карандаши 285, 300 гривен. Вот 300 гривен помады. 470 гривен тональный крем. При покупке на 400 гривен крем для рук в подарок. Вот такой. Минишный такой дезодорант 105 гривен. Крем для лица 500 гривен. 580 гривен. Скидка на возрастные линейки. 95 гривен бомбочки для ванны. Хороший подарок. Это, конечно же, ювелирные изделия. Смотрите, какая прелесть у нас продается. Конечно, она очень-очень дорого. Вот эта бабочка 16 тысяч гривен, а браслеты 38 тысяч гривен. Но кто может себе позволить, я думаю, это очень хороший подарок. Еще классный подарок – это шелковые платки. Смотрите, какое разнообразие цветов. Ну вот, дорогие мои, я показала лишь малую толику подарков.
варианты подарков для ваших близких, друзей, для себя любимой. Было бы желание дарить, а подарки можно всегда найти. Ну все, мои хорошие, заканчивать буду этот влог. Надеюсь, вам понравилось это видео. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, комментируйте. Буду очень рада вашей ответной реакции. Мне очень нравится читать ваши комментарии. Задорные, юморные. Они мне поднимают настроение. До новых видео. Подписывайтесь, комментируйте. С вами Татьяна. Пока-пока. Будьте здоровы, друзья мои. Пока.